Синхронизировано, заебись. А теперь, как мы? Здравствуйте, дорогие друзья. Нет, подожди. Итак, друзья, это пилотный выпуск передачи «Сиськи, письки, спорт, лото». Это у тебя. Блин, ну ты хуй, конечно, блядь. Ура! За первый выпуск, пилотный выпуск. Что мы будем делать в этой передаче? Обсуждать все, что мы хотим. Раунд номер один. Типа этот уровень, нихуя себе. Ты прикольно придумал. Новости, так. Новости мира или Украины? Всего. СМИ сообщили о получении Ивана Муркина гражданства Израиля. Ура, поздравляю. Я всегда знал, что еврей. Ваня красавчик. Он работал, он получил. Он работал, он заработал на статус еврея. Ладно, славянин, хорошо. Семь новых пикантных фактов о женщинах. Блять, можно лучше говорить? Вот. Семь новых пикантных фактов о женщинах. Факт номер один. Чем меньше одежды носит женщина, тем больше у нее шансов прожить дольше. Что скажешь? Что мне делать с этой информацией, теперь я не знаю. К этому необычному выводу пришли британские ученые. Бля, я не сомневался, кто ближе к этому прийти. Проведя исследование с участием более 5000 женщин старше 70 лет. То есть здоровая женщина будет жить вечно, да? А голый мужчина. Слабовидящих женщин гораздо больше, чем у мужчин. Сука, слепухи, блядь. Очки носят только лохи, блядь, что можно сказать. Светлые волосы являются показателем плодовитости. Ебать, так я понял, садишь маленькую блондиночку в землю, и прорастает лучше, чем брюнеточка. Ну, если ты ее чем-то польешь. А, кстати, я вчера прочитал один интересный факт. Ну. Пойдешь девушку на свидание. Ну, да. Знаешь, чем мы можем обращать ее? Первым, кофе. Это половое влечение увеличивает у женщин. Так что поняли? Вот так вот, блядь. Угощайте кофе, не алкоголем. Разговаривая, девушки получают настоящее удовольствие. Пыхтишь, блядь, пыхтишь в этой кровати, да? Ой-ой-ой! Она говорит, блядь, ну что, поговорим, блядь? Так, еб твою мать, я думал, мы не будем разговаривать после, блядь. Обычно разговаривать не хочется, если честно. То есть разговор — это эрогенная зона? Да. Вот она, точка G. Я только хотел сказать, блядь. Точка G. Точка G. Самые смешные, странные и неожиданные фобии. Дарофобия. Боязнь получать или делать подарки. На самом деле, типа, я чувствую такой, знаешь, дискомфорт, когда мне, типа, там подарки дарят. А если это день рождения? Это такой хуйни, да? Если подарок есть, то значит он есть. Все. Ты, конечно, друг, если подарок есть, то не важно, подарок кому ты выдаешь. Главное, чтобы подарок был от души. И неприятный сам подарок, а главное его внимание. Хорошо. Дальше. Боязнь неудач и поражений. Кокорхофобия. Давай что-то интересное. Филофобия. Боязнь влюбиться. Там, да. Страхи действий. Блядь, это хуйня, давай друг. О, динтнофобия, боязнь обеда. Блядь, сука, пиздец. Я знаю, кто это боязнь не болеет. Шуточка. Чувак, у меня одна палочка осталась на батарее. И сейчас мы приглашаем нашего гостя. Как его зовут? Олег. Это Олег из города Винница. Олег. Здравствуйте, Олег. Аплодируем. Классный у вас лук. Вы отлично лукаете. И у нас сегодня тема «Самые странные фобии». Что думаешь, какая у тебя самая странная фобия? Как ты доехал? В Виннице все нормально сейчас? Да, неплохо. Нет, ну где-то где-то фобия. Боишься ли ты чего-то? Мышь. Так, сейчас мы включаем новость. У тебя с телефона можно включить новости. Да. Очень классно звучит. О, на свалке в Грузии выпустили сотни цыплят. В Китае мужчина застрял в унитазе, пытаясь достать телефон. А знаешь, почему он хотел достать телефон? Ну, там какая-то шутка была смешная, но я не дочитал, он такой, блядь! И понял, и полез за ней, типа. Пожарные разбили унитаз. Про питона в Таиланде. А что это? Вы можете сейчас вести. Питон в Таиланде? Да. Хорошо. Мужчина, питон и Таиланд. Здесь даже видео. В Таиланде питон забрался в унитаз и выпустил за пенис. Надо посмотреть. Ого, смотри. Ебать, кровище, нахуй. Ты где кровище? Кровище. Чувак, это ржавчина. То говнище. Вот это, блядь, что это? Ржавчина. Это говнище. Красного цвета. Где? Ржавчина. В натуре он укусил там кровь, чувак. Пиздец. Я думал, смешно будет, что-то не смешно. Блять, одна политика, пиздец. Люди, вы, блять, вообще чем-то интересуетесь? Но... Олег, что еще интересного у вас было вчера, например? Чем вы занимаетесь? Пьером и рыбу ем. О чем вам расскажет ваш кал? Олег, вы сегодня как, Олег? Да. Ладно, поехали, да. О, какой нормальная такая штучка. Блять, кто-то когда-то, сука, так какал, блять, такой хуйней. Ебать.
Итак, что мы видим на этой картинке? Кал. 4% соли в этом кашке содержится. Жиры. 1% белков. 75% вода. Блядь, если бы там было 75% воды, оно было бы жидкое более, нет? А мы, блядь, на 80% состоим, сука, и жидкие, блядь. Зачем говорить про шкаф? О, нормально. Какая эта картинка? Это реклама Nestle. Ох, ебать, и котик. Обязательно. Так, надо закрывать штуку, блядь. Да. Это мы как когда-то лобали в этом, в Мелитополе. И мы, сука, типа приехали только и типа сели в одну чуть-чуть подумать. Олег, ну у вас для вас. Сука! Шотландский бар ищет дегустатора виски. Ты очень неуважительно относишься. Кэл, продолжи свою историю про Мелитополь. Это уже неинтересно, сука. Так, короче, Олег, вы еще чуть-чуть расскажите, пожалуйста, о себе. Сколько вам лет? Я не скажу. Это, во-первых. А во-вторых, мне сегодня приснилось, что у меня появилось два домашних животных. Какие? Я их искал. У меня был друг и лица, которого я не мог разобрать. Я поехал на работу, мне это дерьмо снилось. Так вот, это была птичка небольшая. Она была похожа на утенка. Я не знаю почему, но это больше ощущение было, чем сам утенок. И ежик. Ежик где-то просто за мебелью где-то спрятался, что-то произошло, я его искал, но не нашел. А птичку я искал с вот этим чудесным другом, которого, лица которого я не помню. И он спугнул ее так, что через балкон птичка вылетела. Это было ужасно и досадно. Я ненавидел этого человека. Если ежик проебался, то птичка тоже, и получается ноль домашних животных. Хуёво вообще. Спасибо, Олег, что пришли. Ну, руку сначала. Сидит дружно. Ну, слышал, как сделал? Ну, давайте все. Я всегда хотел научиться, кстати, я не умею. О, знаете, что я вспомнил? Давай, давай. Так, я пошел. До свидания. Вспомнишь, у меня лучше получится? Давай. Да, вот так, смотри, что можно, кстати.